вами Катя Кар, и мы с Иваном Омским купили новую машину, и сейчас я вам попытаюсь о ней рассказать. Привет, малыш, готова топить? Да. К вашему вниманию, Hyundai Palisade. Я такие тачки еще не видела, но, наверное, вы тоже. Эта машина имеет большие колеса 20-го радиуса. Машина имеет бесключевой доступ, просто нажав на эту кнопочку. А сейчас посмотрим, что у этого корабля внутри. Большой дисплей, кожаный салон, очень весь красивый, функциональный руль. Все сиденья имеют электропривод. Музыка Крилл, но о ней я расскажу вам чуть-чуть попозже. И очень приятно, что почти что на всех деталях написана надпись «Palisade». Очень богатая кожа со всеми вентиляциями и подогревом. Второй ряд просто шикарный. Кожа и с подогревом, и с вентиляцией. В такой машине ты чувствуешь себя как принцесса. Со всеми шторками, с фиолетовой подсветкой, с кожей, с вот такими стаканами. Очень удобное управление задним климатом. Все подогревы и вентиляция. И королевские сиденья также автоматически двигаются. А это еще не все. Тут есть третий ряд сидений. Он очень прикольный. Также тут все подстаканники. Также можно отодвинуть сиденье, и даже есть зарядка. Также мне очень нравится, что на первом, втором и на третьем ряду есть USB-зарядки. Открывается багажник. Он очень большой, и открывается он электроприводом. Это просто находка для больших семей, для детей и родителей. Эта машина очень красивая и крутая. Этот Palisade имеет мотор 3.8, 295 лошадиных сил. Ребят, я еще такого никогда не видела. Вот такая коробка передач переключается кнопочками. Шикарное устройство для зарядки телефона. Огромный дисплей во всю панель. При включении поворотников включаются боковые камеры. Первая, вторая. При переключении режимов меняются цвета. Автомобиль читает полосы. Также можно отпустить руль и ехать. Также в центральном дисплее есть все, как в вашем компьютере и телефоне. Если вы хотите подогреть ваш стакан или охладить, то просто нажимайте на кнопочки «синий», «холодный». Красный нужно подогреть, если синий, то охладить. И также тут. Тут находятся всякие кнопочки, даже подогрев руля и сидений. И вентиляция. Шикарная панорамная крыша. Также есть какое-то подъемное место, я даже не знаю, что там. Я вам обещала показать, как в этой тачке звучит музыка. Очень много подушек безопасности. 30, хотя нет, 31. Если вы хотите купить этот автомобиль, то стоит он всего лишь 5 500 000. Ну а с вами была Катя Кар и Иван Омский. Если вы хотите купить такую машину, то пишите мне в личку. Будь добром.